показываешь, что ты не женат? я не знаю он мне просит вот так вот руку ставить я ставлю серьезно почему это, это не нужно на самом деле он просто просто нравится он весь гладкий понимаешь и на нем фокус не ловится да, вот сейчас каждую фразу можно обернуть в когда кто-то кого-то за что-то оскорбляет да. вот он да. сидит очень бородатый и да. говорит, что у тебя нет волос на лице. Есть да. какой-то определение? При том, если брать в целом, ну, как бы, лицо как часть головы и голову в целом, то у него волос меньше. Они все здесь, брат. Но если в целом брать Ахсара, у него точно больше волос. Не надо меня брать. А если, ну, типа, у тебя волосатая спина? Я все время корешу предлагаю дверные ручки по бокам наколоть, чтобы удобно брать было. Кореш это жена или? Не, у меня два, два друга уехали в Алмату, сейчас живут там. Просто внезапно уехали в Алмату. Mm. Я говорю, кто-то из вас, по-любому, должен дверные ручки наколоть. Mm. Но это старый прикол, чтобы держаться, когда ебешь друга. Тяжело же визуализировать, когда из-за кадра какой-то голос идет. Поэтому я просто сразу шутку объяснил. Короче, не ебите друзей. Не, ну смотря какого не полы, смотря какого полуты. А женская дружба существует? Нет. А между мужчиной и женщиной дружба существует? Нет, не, ну тут у тебя вообще есть друзья? Есть, есть там звездочки, когда, допустим, это жена друга, тогда да, тогда хорошо. Окей, так и быть, уговорили, Даня. Теперь с тобой дружить никто не захочет, то что ты и жен ебать захочешь. Жены я ебать как раз таки не хочу. Здравствуйте. Ты дружишь с женщинами, чтобы ебать их мужей? Или я неправильно понял? Ах ты хитрец. Какие планы вечером? Ручки есть? Позвони моей жене. Я вот сижу, как выпутываться из того, что мы уже посреди какого-то разговора, надо как-то представляться, что типа там, здравствуйте, у нас тут... Мне кажется, у тебя отлично получилось. Да. Надо бы тебе, наверное, нормальным твоим голосом что-то сказать, чтобы тебе поверили, или пофигу вообще? Да вообще похуй. У меня так получилось, что я что-то в последнее время довольно много снимался, просто такой, типа, вне образа. И, да. знаешь, когда ты пародируешь кого-то, ты со временем становишься вот этим, да, да. что ты пародируешь. Вот я, блядь, заболел. Я вот так пародирую всю жизнь в Я заболел, поэтому не хочу, чтобы у меня горло устало, потому что у меня съемки. Ну, ты приехал к нам, у тебя в любом случае устанет горло. Добрый день. В смысле то, что вы Собирайтесь ебать меня в рот? В этом шутка? Я против. Если что, я согласия не давал. Аксар, доставай калаш. Я братишку стрелять не буду. Да, мы оба трогали резиновый чехол на ключ Lexus. <свят> Бля, это самое тупое, что можно было придумать. Резиновый чехол. И типа, самое смешное, что ты достаешь ключ из чехла, на котором и логотип. И типа там такой же логотип, <laughs>, только не резиновый, блядь. Ну ладно, короче, я не буду доставать эту хуйню. Ну это же Тойота, ну типа... Уже сколько лет у меня эта машина, и даже чехол не порвался. Нихуя себе. Представляешь? Если бы Тойота делали презервативы, это был бы один презерватив на всю жизнь. Прикинь? Как? На... Какая -то насколько бы насколько вообще мы э -э, экономно бы жили, если бы Тойота делала все? Вафли бы, блядь, не заканчивались, если Тойота бы делала. Как бы ты это разным женщинам объяснял? Зачем разные женщины нужны? Убираешь одну и все. Тоже от Toyota. Мужьям, как ты их объяснишь? Другой вопрос, Стас. Это задача другого клуба. Это не да, ВАК. Нет, почему? У вас там Субар уже еще есть. Субар, блядь. Субар вообще как будто загадочный для меня. Я столько читал, и я ни разу не видел вживую их. Кого, субаристов? Да, вот, вот они как раз реально как будто на сервисе все. Да, во-первых. Ну, Гусь, наверное. Гусь с Субаристом же был, гусь да? Гусь уже Но не субарист, он уже, он уже Гусь. Субаристом он был давно. Что между вами произошло? Почему вы так ненавидите друг друга? В смысле? Я Леху обожаю абсолютно. Просто накидываю. Ладно. Мы же как раз мы... Вот когда, когда я к тебе ездил сниматься? Мы же там с ним... В начале видимся, августа. Да. Но мы с Лехой на самом деле давно уже, типа, мы сколько не пытались там где-нибудь собраться, как мы что -нибудь посидеть, там, побухать, что-то как-то вечно графики не сходятся вообще никак. То он занят, то я занят. То есть Антонов для тебя это запасной аэродром для гуся? Ну, типа того, да, Антонов просто ему когда не напиши, он всегда свободный, всегда готов бухать. Это знаешь, когда человек уже всю в жизни успел. А у Да, он уже просто, он кайфует. Да. Все, это были новости. Давай закончим. Вот прям тут, прям здесь, и все. Тебя хватило на 7 минут? А это еще долго. Ну, с таким-то чехлом, естественно, Так его точно хватит на всю жизнь. Лиза просила сказать, что в мерч нужен бухгалтер-операционист. Я спросил, что это значит, а потом подумал и решил, что, наверное, бухгалтер-операционист знает, что это значит, и не стал ничего узнавать больше. Но ты можешь сказать, что если вы бухгалтер-операционист... У меня аппендицит и кассовый разрыв. Мне кажется, ты отлично сказал. Такой сегодня ленивый будет выпуск. Спасибо за внимание. Меня пугает, на самом деле, что у меня огромная зеленая муха в машине сейчас до сих пор. Она там, и она никуда не исчезла. Да у тебя же Toyota, ну, аналогично, что у тебя там всегда будет мухи. Sweet car, you mean? Что? Сладкая машина. Не, это если была бы сладкая, были бы осы. Говно типа, да? <laughs> Такие шутки сегодня будут. А у тебя салон какого цвета? Черный, черный на черном кожаном салоне. Блять, у тебя еще черный на черном? Конечно. Пиздец. Серьезно. Ну, я хотел коричневый на бежевом салоне. На вторичном рынке <laughs> я не нашел подходящего варианта. Мне чуваки, когда жене искали его, они говорят, блин, вообще вот Стас все время говорит, что Тойота говно, говно, но нам больше нравится Тойота искать, чем этот ебаный вак. И все говорили вот так вот. Вообще на самом деле вак полное говно. Это просто у нас э, индивидуальный подход к каждому клиенту, и мы каждому клиенту даем того специалиста, с которым вы подружитесь. И у нас есть специалисты, которые типа специалисты по Тойотам, по Lexus, фанатеют от них, вот их подбирают. Есть ребята, которые... Я вот Volkswagen. когда увидел этого чувака первый раз, я сразу понял, что мы сработаемся. Он был очень кажуальным по виду, такой, знаешь, на спорте, с какими-то славянскими татуировками. Что <laughs> с ним вот так вот, блядь, поздоровался, знаешь, по локоть. <laughs> Последний раз такого типа я встречал самое смешное. Мы снимали, когда делали передачу для Паш Техника, где он пробует разные профессии. <laughs> там был выпуск профессия стриптизер. И Паша Техник пробовал быть стриптизером? Да. <смех> <смех> Или пробовал стриптизером? Мы <laughs> пришли, не, он Извините. прям типа работал стриптизером. Так. И там был стриптизер Негр можно говорить? или? Конечно. В общем, чернокожий. Э, загорелый, стрип загорелый. Стриптизер, да. ух, ебать, какой копченый. Короче, мы проходим, а там красивые виды, знаешь, вот эти вот, ну, просто стриптиз-клуб, вот это вот внешне, они все, мне кажется, какие-то одинаковые, вот это какое-то уебищное золотое убранство, а сзади, как на теплотрассе, вот так вот трубы проходят, меньше двух метров там потолок, вот так вот все, блядь, согнутые ходят, Какие-то на, ты сходишь на этих трубах. Все нормальные люди просто ходят. Это Мне ты не знаешь. Вот я всегда согнутым хожу. Ну, я на Тойоте, скажи. <свят> Поэтому ты согнут все время. Короче, на этой теплотрассе сушатся их шмотки, какие-то майки висят. И сидит негр, и у него так молот Тора висит. И какие-то татуировки, типа, на эту тематику, короче. И техник проходит такой. <свят> «Ебай, братан, это <ты> молот Тора?» <свят> «Да». И они вот так вот здороваются, <свят> блин обсуждают Рагнарёк, нахуй, <laughs> Перуна, вот это все. В конце также прощаются, такой, ладно, брат, давай, давай. <laughs> я Увидимся в Мальгазе. хуйня <laughs> вообще была, бы. <laughs> какой-то сон из параллельной вселенной. Но у техника так вся жизнь в целом, что это сон из параллельной вселенной какой-то. Резункин, я купил мини-купер и скоро поеду в отпуск. Ясно. Можно хотя бы не так токсично-то? Ясно, это сервис подбора видеоконсультаций с психологами. А, ну, если серьезно, то мы тут постоянно вам рассказываем о том, как полезно и важно ходить к психологам. У меня опыт работы с психологом уже много лет, и я, честно говоря, не знаю, где я был бы, если бы регулярно не занимался бы своей головой. Продвижение по карьерной лестнице, отношения с родителями, самооценка, мотивация, все это зависит от того, в каком состоянии ваша голова. А когда мужчина работает над собой с психологом, это всегда вызывает у девушек положительное впечатление. Есть огромное предубеждение, что Настоящим мужчинам психолог не нужен. Но это не так Психолог это классный и доступный инструмент Чтобы сделать свою жизнь ярче, комфортнее и насыщеннее Тем более, что в Ясно можно очень быстро подобрать себе психолога Заполняешь там небольшую анкету Выбираешь себе специалиста из 12 предложенных А также мой промокод Асафьев На скидку 20% на первую сессию с психологом Это отличный повод попробовать А может и решить какую-то вашу давнюю проблему Которая вас сильно тормозит Например, попросить повышение Или отказать коллеги, которые откровенно вами пользуются Поэтому переходите по ссылке в описании И улучшайте свою жизнь Лиза, тебе было бы неплохо тоже проработать свою токсичность. Это что? Уволишь? Да. <laughs> а что ты его не зовешь? Он шарит за а, тачки. А мы не знакомы с ним. Последний раз он как раз сидел, потому что сбил на Хаммере <laughs> Без прав бухой кого-то. Американский автопром, мне кажется, можно обсудить. <смех> <смех> Проблемы старения. Он шарит за машины, которые точно быстрее людей. Я удивляюсь, почему ты молчишь. У тебя такая поляна сейчас для действий. Ты не любишь паш техник? Не-не, я просто стасон мастер каламбуров. типа. Я не проснулся еще. Блин, жесть вообще, столько гейств вокруг. Но ты не уходишь. Я не в плохом смысле. Давайте к новостям. Подожди, а вот, вот смотри. Вот у, меня, оде... у меня новостей Есть много. у тебя новости отдельно. У вас есть автообзоры. Да. А в разгоне это нахуя вообще все? Там все вместе сразу есть. А-а-а. И там химия есть. Но мы же, кроме шуток, реально мы же в разгоне. Мы перед тем, как снимать первый пул и первые серии, мы несколько месяцев собирались вместе в офисе и друг друга типа подкалывали, обсуждали новости, сращивались. Химия, ну, да, да, нарабатывали, чтобы мы не стеснялись типа друг друга подъебывать. И там как бы в этом тоже смысл, потому что без если бы ну бы друг друга там стеснялись или как-то ну, там. Да, неловкость это. Приходил недавно один гость, что-то сидел, зажимался, молчал, что-то. Ну, не моя атмосфера, конечно, была. Ну вот, да. А если бы ты с нами так сидел полгода, как мы до этого, то ты бы как нехуй бы пришел бы такой, типа, блядь, держите шубу. Не, вам это не надо. У меня бывают моменты, когда меня не заткнешь, поэтому... Я в курсе. Это как раз до того, как нажимается кнопка рек. Блядь, я аж кофе облился. От пиздежа. Это потому, что ты пьешь из кружки Тойота. периодически чем-то сыться, это нормально. Баговский вообще дырявый просто. то на нет, а верх запаян. <laughs> У Volkswagen, знаешь, кружка, ты типа э, наливаешь туда кофе, а там внутри чай по факту. Скандал же был. Ладно, ладно, забей. <laughs> ты можешь лучше. Кофе-гейт <laughs> был же еще знаменитый. Кофе-гейт. <laughs> Производитель электрокаров Zikr выпустит большой гибридный кроссовер. Вот тебе, пожалуйста, новость про гибриды. Тут как бы контекст в том, что Zikr, вот он такой, весь вот у нас только электромобили, только наше будущее, только наше светлое, замечательное. Мы экологичный производитель, мы премиальные ребята и так далее. Но вот мы что-то как-то посмотрели на статистику. Большой гибридной похуй вообще. Это да. Но они посмотрели на, на тренды рынка электрокаров, что такие, да, у нас в Китае все хорошо, но в целом, если мы целиться в премиум, то там как бы уже есть какие-то вопросики. Плюс мы давно хотели взять какого-нибудь конкурента типа а-ля Калинону. И вот мы будем де делать типа здоровенный большой жирный кроссовер, но он будет гибридным. Притом он будет параллельно последовательно, что? Где они мотор возьмут? Ну, Джили же, у них же там дохуя всего. И Вольво, и Джили. Ты Gilles, еще какие там, вопросы все. задаешь? Вольво! Это Вольво! Ты нихуя не понимаешь, да? Я не я вообще не шарю. Вольво вообще топ. Вот Вольво, это Вольво, блядь. Я вчера ехал на работу, передо мной ехал Зикер 001. Да. На армянских номерах. Так. И у него номера были ЗК 001. Ой -ой -ой И ой, я ой, такой, ой, ебать, как же он нахуй гордится этим автомобилем, да. он вот так заморочился. Да, но армянские номера много что объясняют. Нет. Ребята, там Мерседесы, там, ну, типа, они знают толк в хороших тачках. Да, лежащие на полу, да, но это не Зикр хотя бы. Ну, как по мне, типа, Зикр 01 – это самый тихий понт и очень странный. Пиздец, это первый человек, который купил номера на Зикр. Этот чел в тайне мечтает о 911 а как мы знаем, нет 911-х с номерами не 911. И вот чувак купил себе Зикр. А ты сам ездил на 01? Да. Понравился? Нет. По мне, очень странная машина в целом. У меня вот недавно кореш купил себе 01, я сильно его отговаривал. Он такой, нет, прикольно. А ты же ездил в нем по треку. Да. И что, как тебе? Охуенно вылетело вообще. Ну, это я видел, а что ты Ну, это самое тупое, что я мог сделать. Пол... Во-первых, у него мне показалось, что он не отключается таба полностью. Скорее всего, с его мощностью, да, просто не дадут. Из трех машин, когда я ездил в тот день, там был Hi-Fi Z, да. Zikr 01 и Lotus да. который китайский. Да, Lotus был самый понятный. То есть там прям видно, что люди, которые понимают кинематику там условно подвески, они делали машину. Я просто пытался теоретические знания какие-то применить. Мне нужно под камеру пустить немножко боком автомобиль. Я знаю, что типа надо разогнаться и под сброс газа его там как-то условно поставить. Так. Почему же ты вылетел? Лотус единственный. Он вот типа на 60 спокойно мог вильнуть жопой. Зикр, да. я пытался долго. И вот момент вылета это когда я его разогнал, уже, по-моему, до 120 да. под сброс газа, это уже перешло в неконтролируемое что-то. Да. Причем это со второго раза. Типа, я первый раз, по-моему, вылетел уже там у паребрика, типа остановился. И вот второй раз он залетел передними колесами вот в грани. Скорее всего, в случае с лотусом, почему у тебя получилось? Потому что там у них стабы полностью отключалась. Она либо полностью отключалась, либо он тебе, наоборот, пишет, что она полностью отключена, Но на самом деле он тебе помогает. Потому что очень много у кого сейчас, как бы, у тебя есть такая штука, что он тебе напишет, что мы полностью отключили стабу. Точнее, у тебя там несколько ступеней отключения стабилизации, что нажимаешь отключить, он такой, типа, ну, я подотпущу тебя. А ты такой, нет, совсем отключить. А он такой, ладно, все, полностью отключил. Но при этом машина понимает, что ты сейчас, наверное, будешь хотеть ехать боком. И он тебе немножечко добавляет, подкручивает, подтормаживает. Ты этого не замечаешь, но оно типа дает тебе сильно дальше скользить. Но если вдруг что-то будет происходить прям совсем-совсем, тебя все равно поймает нужный момент. Вот. Либо он тебя может Прижим просто доварить. Режим МДМ на М-ках? Ну типа, да, да, да. Вот на МКах, кстати, у них есть. Ты думаешь, прям отключения. китайцы настолько умные? Так Lotus. Да, понятное дело, что там типа у тебя платформа китайская, электромобиль китайский, все такое. Но ты же когда покупаешь какую-то компанию, ты покупаешь в первую очередь инженеров, а они в курсе. Чё к чему, почему, как машина крутит, вертит и так далее. А как технически, кстати, полная хуйня. Да. Ну... Слава богу. Первое впечатление. Хоть, хоть тут я с тобой согласен. Первое впечатление сначала, как бы знаешь, когда ты садишься с чего-то очень аналогового, ты такой прикол. Не, у Хайфа есть. Э... Песни пиздатые. Да, это, во-первых, во-вторых, е... у нее есть одно Беспризорник единственное. И призорник вообще супер. Мы причем хотели для обзора купить права на эту песню. Такие, не, ну 30 тысяч это туман. У него есть одно единственное положительное впечатление, когда ты первый раз видишь эту машину на расстоянии 100 метров. Думаешь, что это Гэт? или что? Ну, просто она, ты видишь, что там что-то необычное, ты такой, опа, это что такое, это что-то такое, блять Не, ну, мне кажется, что единственное, что могло заставить людей купить, это, знаешь, какая-то импульсивная покупка. Конечно. То есть ты заходишь в овцион, такой, вау, нихуя, она может, блядь, лазером проецировать в фарме на стену. Да да, 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 Ты пишешь, привет, Питера. Знаешь, я подъезжал к типам такой, и фарме на стену. Hello, Питерс. Это круто двери просто пиздец. Но когда ты проходит там условно первое впечатление спадает, ты такой: так, окей, здесь много всего, но нахуя это? Ну типа вот тебе на два дня это поиграться, но базовые ценности там просто вообще отсутствуют. Да. Да, это просто у тебя... Там, там реально теснее, чем в MX-5. То есть я ехал вот так вот блоком, У меня было, короче, был конфликт. Я с Варшавки ехал с офиса. Налево там поворачиваю, в сторону трешки. И туда пытался и к седьмой, типа, ты знаешь? Mm -hmm. А я такой, блядь, учитель. Я не пускал из -за его. Тех? Ну, типа, я ехал, что-то я... А сто... я еду в бороде, мне похуй. Я, еду... да, я, <рек> я долго стоял в пробке. И когда я долго в пробке отстаиваю, я такой, да пошел ты нахуй, типа, я тебя еще буду пускать. Да. Я вперед душню, короче, и он решил со мной зарамсить. Мы выезжаем на Варшавку, все уже, поворот на трешку. И он, типа, останавливается рядом. Я только потом понял, что он остановился. А из-за того, что сидушки, не хватало диапазона регулировок, я сидел в самом низком положении, и, блядь, у меня голова вот условно в нишу люка вот так вот засунулась. Я уже потом увидел, блядь, что уже уезжает их 7 с опущенным окном, который хотел порамсить. Я тупо не видел его, блядь, сбоку. У меня вот так вот просто ниша, блядь, люка слева от головы. Я такой, а, блядь, хотел попиздить, но жалко. Ну давай в следующий раз. Короче, полная хуйня тачка. кого вот, возвращаясь к Зикру, что типа это новость, потому что они вот всю дорогу заявляли, что настолько электромобили, а сейчас такие, ну, гибрид тоже нормально. Притом он типа не пхев, который у тебя типа последовательный гибрид, где у тебя мотор заряжает батарейку, батарейка крутит электромотор, он типа последовательный и параллельно одновременно, что типа до какой-то скорости у тебя машина вертится. От... Приус машины будущего. Да. Китайцы только, зумеры изобрели приус. Ну, типа того, да, да. Сила, да. Тойота, я тебе говорил, блядь, сила. Мы всех выебем, блядь. Там, если что, чуть тех не засосали. Блядь, вся жизнь перед глазами. Зато какая. Сосать. В розовых тонах, блядь. Смонтируйте, что это он меня пытался засосать. Нет, не, не надо. Надо, надо. Мне еще домой надо ездить. Короче, в случае с Зикром, вот они планируют показать какой-то вот здоровенный кроссовер, и когда-нибудь они его изобретут, скорее всего, там, типа, через год, через два. Мне очень нравится, что он такой, да я не пи***, блядь, и открывает смузи, Ебать, вся жизнь перелетела. Рот сполоснуть надо просто. Сосаться с мужиком это пиздец, но клубничка. Это шпинат, блядь. С чем у тебя смузи? Консистенция смузи. Приятно тебе? Блядь. Тебе что нравится больше всего? Какой-то подвох, нахуй, бля. Че там? Бля, я его выкину, нахуй, сейчас. Не надо, Это вкусно. А че там? Че там смузи? На. Так че на? Я, я, просто спросил, тебе нравится консистенция? смузи? Груша, шпинат с ароматом мяты. Прямой отжим. Звучит пиздец вкусно. у тебя бренд бич. true. Be straight. Блядь, пошли вы, ну. Блядь, смузи не допил. Ты воды попью, блядь. Зажравшийся москвич такой, типа, блядь, куплю смузи за 500 рублей. Потом, да пошел он нахуй вообще. Ну или сколько он там стоит? 150. 150 и 500 для него это вообще одинаково низкие цифры. Он говорит, нахуй, землевладелец лендлорд Смешно вам, да? Отвечаю, у меня просто самая приятная съемка за последнее время была, когда мы снимали «Инвалидку» из с 3 d на Патриках. Да. Типа у нас сюжет, что условно на Карзенкофе приезжают, и вот сейчас такое стало довольно модно иметь какой-то янк-таймер, uh -huh. покупают себе люди. Но обычно идут каким-то базовым путем либо там какой-нибудь 124-й берут, какой-нибудь Е39, вот просто какие-то старые немцы. И мы такие задались вопросом: чего бы такого взять, чтобы вот всеобщее внимание привлечь, даже пешеходов. Ну, либо Запорожец, либо инвалидка, да. Инвалидка у нас из это. И Ford Model T. Блин, вот Ford Model T я тебе завидую, потому что я на Ford Model T не ездил. Это ебать какой странный опыт. Это ты ломает ездил, вообще. На самом деле ты ездил на позднем Ford Model T, у которого уже есть руль. А на них всегда был руль? Нет. Всегда? Всегда. Всегда был руль. У, не, у нее же был еще изначально первая версия, типа с рычагами. Не-не-не. На Ford Model T был всегда руль и замок зажигания, у которого был замок один... Замка зажигания там не всегда был то опция. Не надо мне. По-моему, всегда был замок нет, зажигания. Но нет. там прикол, что там... Я, я вообще, у меня была инфа, что он, там был один ключ на все замки зажигания. Но там были, по-моему, серии. То есть ты мог угнать теоретически другой Ford Model T. Потому что у тебя ключ там, типа, несколько серий всего было. Смотри, смотри, загуглил. Каршеринг 20 века. Да, да. Короче, там был прикол, что я еду на Патриках, и там вот этот двухтактный двигатель мотоциклетный. На... А, извините, я путаю с предсерийным образцом, на котором еще сам этот э, Генри там кружил по э, заводу, вот он был на рычагах. Форт Модель Т уже был с рулем. Но э, стартер был далеко не везде. Стартер изобрели в 20-х, а Модель Т появился там в 8 году, в 7 где-то там. А... Ну вот этот уже со стартером был. И его да, его и его уже вот стартер допродавали да как опция у тебя базовая комплектация шла вообще без нихуя и там нужно было все равно заводиться. С а меня удивило, что до сих пор можно купить новые запчасти, они выпускаются. Да. У чувака прям целая книга, потому что их довольно много было выпущено и все вплоть, ну кроме кузова, ты можешь купить любую деталь на Ford Model T. И короче, возвращаясь, что я на Патриках смотрю на людей, а там же вот эти летние веранды, да. они практически вплотную к дороге прилегают да. и люди. В метре от дороги сидят, пьют свой просека за косарь. Да. И я этим двухтактным двигателем просто газую. Такой, синий дым, были такое облако на Патриках. И они, и я там был просто самый неподходящий чувак вообще к этому месту. Да. Мне очень понравилось. Нет, заебись вообще. У меня у товарища есть это прям товарищ. У него есть классика. Конечно, вы же просто... документалку советскую сняли. <сиря> да. А, типа копейка. Прям вот в заводе, в заводе, в заводе, в заводе. А, желтая, красивая. Он говорит: ну, типа, у него еще есть э, porsche двухдверный. И, соответственно, он такой, типа, как бы вот когда я катаюсь, допустим, на порше по центру, внимание ноль. Когда я еду на копейке, все девочки мои вообще. Ну, без шуток реально. Что ты убираешь? Извините, все девочки, говорит, мои. Но это же не его целевая аудитория, явно. Нет, в смысле, с точки зрения привлечения внимания, чтобы просто заобщаться и что-то начать разговаривать, это. Нормально. Какая машина была? Копейка. Вас? Да. Где она сейчас стоит? где-то в хранении у нее стоит. Хочешь копейку себе? Хочешь рубль сберечь? Там был какой-то этот... Не токсичный, желтый, а у автоваза был какой-то немного другой, слегка лимонный, как будто был какой-то такой цвет. Что-то близко к кислотному. Как М4. Ну, типа... Водород не сдается. BMW и Toyota готовы объединиться. О, охуенно. Вы нам Супра, а мы вам мирай. В таком плане? Нет, они в целом вообще, ну, как бы оба верят в водород, почему-то. А, несмотря на то, что Toyota, вот они там, типа, 3000 водородных автомобилей продали в прошлом году. А, и то, что у них мирай не взлетел, ничего у них не взлетает. Типа, что еще раз? И три заправки построили. Да, 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 да. Ну вот они, короче, вдвоем почему-то верят. И сейчас выходит официальный пресс-релиз, что типа мы будем дальше типа, инвестировать деньги в водород, мы дальше будем пытаться занять эту нишу изначально первыми. И типа, вот мы потом, если вдруг тема стрельнет, то. BMW и Toyota планируют прям вот лидерство, лидерство мы будем там самое главное. Сейчас круче водородная бомба, чем водородная тачка. Да, потому что вот мне тоже кажется, что когда последний раз немцы с японцами объединялись, нихуя хорошего не получилось. Ну, пизды получили. Но результат был бомба. Да. И BMW в ближайшее время планирует показать X5 на водороде. Это приятно. Типа прям выпустить, что вот. Ждем, блядь, всем селом вообще. Я искренне не понимаю, зачем. Потому что, ну, типа, ну да, ты хорошо, ты можешь разработать автомобиль, ты можешь его поставить на конвейер, ты можешь даже какое-то количество произвести, продать и так далее, но какой в них смысл, если, типа, они... Если нет инфраструктуры, если этим пользоваться неудобно, кто это будет покупать, зачем это будет покупать, машина будет сильно дешеветь, и у тебя как бы, ну... Ну, электромобили тоже, по идее, когда-то появились, и не было инфраструктуры. да да. тогда еще с розетки можно... Только в случае с электромобилями у тебя хотя бы есть электричество. И у тебя, у тебя вопрос, как это электричество потом ну, доставить. У тебя дома да? нет Ты... крана с водородом, допустим? У меня нету. Я просто поставил себе. И как тебе? Ну, нахуй не нужно вообще абсолютно. Но у, у него же выхлоп, по идее, чист, вода. чистая вода, да. да. Вот, подумай, день Нептуна вообще бесплатно тебе. <с Каждый <с день, блядь. Нет, да, это, это прикольные штуки, чисто вот, ну, э, о чем можно разгонять. И там реально у водородных автомобилей есть очень много преимуществ, есть, очень много проблем. Но самая главная проблема, что у тебя жидкого водорода просто в природе нет. И очень сложно синтезировать голый. Типа, он весь в чем-то. Его дохуя в воздухе, его дохуя в воде, он везде есть, у тебя везде есть водород. Но взять его и вытащить, чтобы был чистый это практически невозможная задача это очень дорого это возможно но это дорого меня радует что они не оставляют попыток да но я не сильно понимаю как будто бы это более экологично в теории может быть чем электромобили когда там при производстве батареи же пиздец тоже сколько Ну, во-первых у тебя в водороде водороде тоже там будут какие нибудь топливные элементы но это ладно там типа самый главный вопрос сколько ты будешь тратить энергии и каким образом будет синтезироваться водород Потому что, да, типа, сам процесс, вот, ну, типа, когда ты просто запихиваешь водород в двигатель, оно там, и ты куда-то поехал. Типа, этот процесс может ну, быть как чистым. Как сварить, что ли? Там просто <клёх> Ну, вот, да, примерно так же. А но бульон-то останется. <клёх> типа, у тебя вопрос, как этот водород сделали, как его доставили, и что произошло на цикле производства в целом. А там вроде бы никто не рассказывает, типа, каким образом, что к чему, почему, как оно появляется. Сколько угля сжигается. Ну, типа, да, сколько, сколько вообще затрат, сколько это все стоит, э, сколько это стоит в том числе по выбросам, об этом все молчат. Все говорят, что вот, водород, будущее, туда сюда. Угу, посмотрим. Короче, я жду, когда, как в Fallout, сделают уже тачки на ядерном двигателе. Ну, для того, чтобы тачки были как в Fallout, надо еще там, типа, пару событий. Но в целом мы близки. Но там как раз до всех событий было. Там же ретро-футуризм. Вообще на ядерном двигателе было бы пиздато. 10 лет ездишь на одной заправке. И щелкаешь, ездишь. Зато можно фонари не включать. Там не прогреваешь машину, а ждешь, пока этот счетчик Гейгера запихит. Очень удобно четырьмя руками рулить будет. Блин, волосы потом убирать из салона. Бля, я бы поездил. <laughs> типа, знаешь, выпала бы борода. <laughs> типа, все остальное осталось. <смех> Нет, <laughs> такое меня не устраивает. Тесла Кибертрак врезался в пожарный гидрант и загорелся. <laughs> Это реально новый смен, потому что, ну, где-то. Бля, там... три стихии сошлись. в да. Да, потому что, типа, ну, представляете, как будет пожарный гидрант, на него каким-то образом наезжает кибертрак, гидрант пробивает батарею, которая внизу находится, собственно, на автомобиле. Вода попадает в батарею, и у нас пэп, пен, пен, пумс, и все, горим. А водитель утонул или его током Бля, он же мог еще и сгореть. Он либо утонул, либо сгорел, либо его ебнул током. Скорее всего, он сгорел, но стыда. Так это же технологический прорыв в целом. Прорыв гидранта, блядь, это технология. Нет, вы говорите, ну, типа, вот в Форде, в старом не было замков зажигания. Это первый гидрант зажигания. Бля, прикинь, сделают реально, разработают, сука, ГОСТ для электромобилей. И все, кто будут официально лабораторию проходить в России, у них сбоку будут такие таблички «Порошок, уходи, порошок, не входи, блядь». На электромобилях порошком же тушат электропожар. Все. Но электромобиль на самом деле не тушит нормально. То есть, типа, его тушат прыжком, да, но единственный способ, как э, хоть каким-то образом снизить количество времени, сколько у тебя будет электромобиль гореть, это поместить его в аквариум. Вот когда у тебя полностью вокруг тебя, типа, тонны воды, вот просто полностью под воду его поместить, и только тогда это замедлит, э, ну, в смысле, у тебя просто ускорит, типа, процесс горения, и немножко оно побыстрее там все прогорит, потушится и так далее. Это там часы, по-моему. Да, то есть у тебя в любом случае, если у тебя электромобиль загорелся, все пиздец, ты с этим ничего не сделаешь, ты никак не локализуешь этот пожар. Чувак с гидрантом на Тесле, получается, это как плов с травой. Это же явилось причиной возгорания, но оно же и тушит. Мне просто чел рассказывал, что на Кавказе ел плов с травой. С сельдереем ты имеешь в <связываешь> виду? Да. да, да. Ты начинаешь есть, тебя от сельдерея начинает накрывать, тебя да. пробивает нахавчик, и ты ешь <связываешь> еще больше от этого. И это замкнутый круг. Ты уже просто пиздец обожрет, и, и в говнину еще от сельдерея. В Шерлоке так детей конфетами с радиацией какой-то кормили. Там такой же принцип. Можно адрес, где плов делают? Сельдерею опять. Когда не пустят, ты смузи пьешь. Откуда ты знаешь, что было в этом смузе? <laughs> Оно тоже с сельдереем. Ну, кстати, <laughs> да. Видишь, он веселый какой. Шпинатный приход. <laughs> Чем воняет, <смех> сынок? <смех> Это кислород, продукт. Мне еще нравится, что, типа, Тут эту новость комментирует заместитель начальника пожарной службы, и у него фамилия Бальбоа. Роки, Рокки, да. Ту-ту-ту-ту. И он такой по лестнице, блядь, бежит. И он со шлангом, типа, бежит пожарный гидрант тушить. Там у него берут интервью. Сильнее, чем жизнь, ничего не бьет. Но пожарный гидрант тоже может въебать. Этот человек испытал Теслу ради нас, чтобы мы не покупали эту хуйню. А он выжил? Да, да никто не пострадал. То есть, ну, как бы, человек успел вылезти из машины, все нормально, то есть, типа, все-все хорошо. Просто стоял кибертрак и горел на гидранте. Ебать, это сколько надо вызывать? Это надо электромонтажников вызывать. Не, если вы думаете, что он выгорел дотла, то нет. А это еще и кибертрак был. Да, да, это кибертрак. Господи. Какой он красивый. Прикинь, пожарникам, пожарникам звонят, такие, у нас пожар, все, да, выезжаем. Потом он на гидранте стоит, они такие, а, ну ладно тогда. Не выезжаем, да. Ты видел эту хуйню, что дверь кибертрака просто очень легко там можно повредить? Ты чуть больше, чем надо, открываешь, и у него какие-то датчики размокаются, и невозможно закрыть дверь. Да. Плюс еще есть штука, что, типа, если его очень сильно ударит дверью, то дверная карта каким-то образом от удара... Остается, остается. Она да. залетает немножечко за крепление, там, не знаю, порогов или еще за что-нибудь, ну, или за сиденье цепляет. За что, то короче, у тебя одна пластмасска слезает в другую, ты потом открываешь дверь, а дверная карта у тебя остается. Это, блядь, как в Ранглере, они сразу это придумали, двойную систему. И еще, если у тебя есть какой-то, ну, типа, продольный удар, у тебя вот эти вот дверные панели стальные, они очень легко отстегиваются от машины. То есть они вот... Вот есть куча этих тестов, где люди бьют кувалдами и стреляют из ружья прям вот, типа, под 90 градусов кибер так, Там похуй. Но если у тебя, типа, какой-то удар будет под углом, потому что он просто он на, таких, на треугольниках и на трех шурупах висит, у тебя целая здоровая дверная панель. Типа, очень легко в дверь в бок ее сбить. Бля, у меня сейчас в голове просто эта песня из Даши путешественницы. Я карта, я карта. Что, блядь? Сказывается, что я с ребенком сижу целыми днями. По инициативе ребенка или. Да, он меня не отпускает никуда. Ребят, пожалуйста, воздержитесь от шуток про педофилию. Мы до этого еще не доросли. Хорошее было. Я в другую сторону имел в виду шутки, но с этой стороны тоже не надо. Ты не смотри на меня так свысока. В Европе до сих пор покупают вазы, снятые с производства больше 10 лет назад. Какие вазы? Династии Минь? Ну, типа, да. Жи у них есть отдельная серия «Жигули» называется. И вот, ну, типа, эти вазы и покупают. Бля, а «Жигули» вообще прям звучит в целом как китайский электрокар. И что нам тут надо сказать? Ну, пиздец, блядь. Все Значит, Не, это все комп... очевидно, мы это в телеке миллион раз Вы видели, что им пиздец уже давно. Им настолько пиздец, что вот, ну, типа, аналитическая компания DataForce выпустила статистику продаж новых авто, типа, в странах ЕС и Великобритании и так далее. И там за первые 7 месяцев этого года оказалось, что купили НИФ 33 штуки, до исторической Лады Ривы, это наша пятерка, семерка вот это вот, купили 4 штуки. Ебать продажи вообще у них А одновременно с этим кто-то купил еще мультиплу. И ты такой мультиплу? Потому что, ну, как бы мультипла это же уже, ну, типа, давно снято с производства, если у вас, может быть, какой-то где-то отковырятель. Вот, в Европе началась. Да, и типа там еще Z3, еще Nissan 350Z, Mercedes-Benz SLK, типа прелюдов какое то, где -то количество. то складов, что ли, или что И это да, это на это самом деле. Просто, это новые машины. Это не новые машины, это просто ошибка э, в аналитике, потому что ребята подтягивают данные из того, что вот кто-то что-то зарегистрировал. То есть это не, не то, что машину купили, а то, что ее просто поставили на учет, поэтому вполне возможно по Европе каталось просто какое-то количество э, ниф без учета, или они просто стояли на каком-то другом гражданине другой страны на учете. На ну, запретки просто ездили. Ну вот, да, что-то то типа. Это просто какие-то перерегистрации. Поэтому, естественно, там ничего нового не продается. К продажи готовят. <laughs> Я уже думал, что жигули это такая же редкость, как Lexus LFA, знаешь? Они же до сих пор где-то на складах лежат новые, и их просто дилеры там либо удерживают. Короче, они есть, но они не продаются. Не, очевидно, что типа, какое-то количество новых э жигулей, типа и классики, оно потом станет такой валютой, что ебнешься. Как биткоин. Как и не вы первые, да, 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 да. Возможно, даже будет расти быстрее биткоина. Короче, это главный, по, по, сути, вывод. Жигули – это биткоин. Как тебе такие сравнения? Блядь, то, что от мысли, что где-то есть Lexus, его не продают. Его все равно не купить. Даже если тебе предложат продать, сколько сейчас LFA За миллион? Ну, в целом, типа, то, что Lexus не продается, это, ну, как бы, это судьба Лексуса, это нормально. Ой, блядь. Мимо пролетело просто. Ну да, с LFA, конечно, тут не работают такие шуточки твои. объясните, в почему вы так дрожите на LFA? Типа, в чем прикол? В 10 так. Атмосферный. Так. Ты звук слышал? Нет. От этого звука а ты слышал? потечь можно. А ты слышал? Ну, блядь, типа. <laughs> вот он и течет, да. <laughs> вживую нет, но типа. Нет, ну просто я какое-то количество V10 слышал в жизни, но LFA не слышал, потому что эта машина не существует. В России просто не существует. А, хорошо, а где она существует? Вот так, чтобы Есть она ездила одна в по России дорогам. В продаже была. И ездит, конечно. Ну, висит сейчас, по-моему, до, до сих пор, но это просто предлагают на заказ привезти. Там что-то сот, сотку миллионов, что ли, стоит это. Пиздец. Ну, она просто при выходе уже перешла в разряд, там, условно, каких-то коллекционных. Так, да -ка, в чем прикол-то? Ну, это как Carrera GT от Lexus, типа. Ну, типа, да. Инженерная это хорошая машина. Ну, и в случае просто... с Carrera GT я могу понять, что типа... Ее делали 10 лет, вот в этом ее особенность. Lexus просто, типа... Смотри, я, я имею в виду, что, типа, я могу понять, что, типа, ну, как бы, Porsche, гоночный бренд, показывает машину с гоночными технологиями, там, что-то еще, натягивает какую-то историю на какую-нибудь залупень, ну, типа, как-то это заворачивает, и от этого можно пропереться еще хоть как-то. А тут Lexus захотели и, и сделали. И делали так дотошно, что делали 10 лет. Показали компетенции, что так тоже могут. Вот. Но у Lexus уже нет гоночной истории такой, что прям вот, вау. И что? Ты говоришь, что если ты, типа черный, то тебе нельзя гражданство России. Вот это так. Или же. в футбол играть. Нихуя себе приводить Иди играй в баскетбол. Нет. Ты говорил много раз. Черные дети только в баскетбол играйте, футбол не трогайте. Я с этого начинаю, типа, в целом, да. Каждое утро мантра. Но тут я не знаю, что можно подтянуть. Я, смотрите, я без, я без наезда. Я, я, я реально не понимаю, в чем прикол ЛФА. Ну, в смысле, типа, почему с него так все прутся? Потому что, ну, да, это машина на v 10 хорошо. Да, это машина с атмосферным мотором. Да, это машина, типа, из э, поздних нулевых, ранних десятых, условно. Но в том числе и потому, что она такая, типа, полумистическая. Что их выпустили какое-то количество, но по факту... Их 200 штук выпустили, или что-то Да, их, штук, их что продано такое... сильно меньше, чем их выпущено. Потому что нахуй никому не надо. Ну, нет, как раз... Э, это сколько... как, это я, как не, сейчас... я не помню, сколько они новыми стоили, но сейчас... По-моему, 350 тысяч долларов он стоил новый. Вот Калаш сейчас, который короче, дрифтер наш... Сейчас, погоди, я посмотрю. Он на Капарте нашел въебанный ЛФА его торговали, цена доходила, по-моему, 800 или 900 тысяч долларов. Он без морды вообще был. Или там 750. То есть на восстановление там еще надо было, по-моему, 400 или... 500. Lexus LFA. 500 штук было выпущено с 10 по 12 год. И сколько это хуй-то стоило? 375 тысяч долларов, не хочу, даже правильно помню. И как бы, ну, я понимаю, когда вот у тебя, ну, какой-то бренд, у него там длинная гоночная история, у него там много там всех разных интересных побед или там каких-нибудь штукой. Ну, типа, типа Ferrari, например. Это типа здоровенная штука, что они вот 70 лет гоняются или 100 лет они гоняются. Ну, всю жизнь они гоняются. В целом бренд созданный для спорта, для гонок, красная машина, все такое. Ламборгини там туда-сюда, все британские все серии, я могу понять. Мазерати тоже есть гоночная история, но это же нет нет этого факт, что машинам из Рати хуй а Современные да полностью. Современный, да. Но uh -huh. здесь как сравнивать с NSX? У Honda тоже не ебать какая там супергоночная история. Ну, то есть в Японии они там ясно да, дело. Да, и вот мне просто интересно, за счет чего... NSX стал легендарным. Да, и за счет чего? Что, типа, просто его где-то в фильмах показали в каких-то? Или это просто какой-то... Типа... Причем lfa особо и не был в фильмах. Да, про него тяжело. Просто сама не в себе хорошая машина, но судя по всем тестам. Так... То есть все от него были сразу в восторге, но купить его было пиздец как тяжело. Так ты это же может быть все наебалово. Возможно. Возможно, и полик хуйня сам по себе. Но все говорят, что полик пиздец топ. Не, это, слушай, это, точно абсурд, потому что, ну, полик это реально заебись. Топ вообще, да? Да, да. Тогда куплю себе. Ты, блядь, дрататы даете когда-нибудь? Бля, вы стали далеко. По времени ровно то же самое ехать, что в Лобню, что в Михнево. Минуту в минуту. Ну, из центра, да. Ну, из центра, Оттуда, где Стас живет. Там нулевой километр. Он недалеко, кстати. То есть ты нарисовал треугольник на карте такой, так, вот здесь можете открыться. Не, просто как бы в Лобню даже, с учетом того, что, типа, вот вроде бы близко, вроде бы, ну, по сути, Шереметьево, но там, типа, объезд через Лобню, и там люди часто... Я просто на севере живу, поэтому мне в, прошлую локацию было вообще прям... Не факт, потому что ты мог встрять в переезд в А по там нельзя было? можно было, но все равно можно было и встрять в переезд и там. И типа там можно было реально просто поставить. А в Михнево у тебя просто выехал напрямую, доехал и все. А сколько вот туда ехать? Час? Смотря откуда. Отсюда? Ну, где-то час 35, час сорок. Час 35, чтобы поездить на полике. Чтобы три часа поездить на полике. Ну ладно, это звучит заманчиво. Может, сразу на ДМ? Не, сразу на ДМ его нельзя. Не пустят? Ну, не поймет. Лучше пусть сначала... Поле сначала... прям сложный в освоении. Что нельзя прям на... Там газ слева просто. Привыкнуть надо. После Форда Model T это было бы ебать необычно. Там правая педаль — это тормоз. Средний это задний ход. Это просто пиздец. Сначала лучше просто... Да, я сначала до доеду. Мне подарили день на RSR 911. Чувак, это вообще не то! Нет, это как раз то. Перед поликом тебе надо пройти какую-то школу. 911, Carrera GT. Ты должен освоить среднемоторные заднеприводные машины, чтобы потом садиться в полик, чтобы ты понимал вообще механику поведения. Потому что типа ты же не можешь из Жигулей сесть там, не знаю, блядь. В лупа. В в залупу, блядь, залезть. Тебе надо постепенно идти. Не а получилось как здесь... нам обосрать LFA, это, конечно, печально все. А, как мы тут вообще оказались? Мы оказались с того, что, типа, в Европе купили какое-то количество автоваза, его там, естественно, не купили, а LFA... Это, лично я до сих пор не понимаю. Эта музыка будет вечной. Джелар начинает неограниченное производство классик Defender V8. Ну, заебись же. Ну, не совсем. Классику сначала на Гранту поменяли, а потом такие, ну ладно, вот вам еще семерку. Ну, а ну они что-нибудь что набили почти в нем. Идея, идея какая, что у тебя вот существовал Defender, который квадратный, который внедорожник рамный на V8 вся хуйня. Ну, он еще с дизельными моторами был, естественно. Но типа самый трушный считается, что типа с V8. 40-50 лет назад, да, было дело? Не-не-не, его перестали производить в 2016 году. Не, ну и выпуск-то у него начался. Ну, он да, он типа старый, древний. Э... Смотрите, имя Defender мы знаем только с 90-х, а это третье поколение их классических внедорожников. Вот. Я думаю, что Defender убили ортопеды. Ортопеды? Угу. Ну, либо мануалисты. Ну, то есть ты ездил в Defender? Да. Он же просто, блядь, ты садишься. Я вот сидел в Defender, там слева педали, то есть ты вот так вот криво сидишь. Да. А, как а, и а потом я, я посидел в Детамаса-Пантери, и там это Defender наоборот, там справа педали. Типа, у тебя должно быть две машины, чтобы искривление позвоночника лечить, в принципе. И вот расцвет как раз медицины, направленной на лечение позвоночника, они по сути сделали невозможным покупку Дефендера. И они сейчас перепридумали, сделали с ровными педалями, когда у тебя педальный узел напротив водителя. И вот сейчас будут пытаться продавать. Зато прикиньте, люди, которые ездили на этих старых автомобилях, вот они вот уже есть какие-то вот искривленные. Ну, типа, как с автоваза тоже. Такой немножечко у тебя ноги там, руль тут. А, ты потом садишься в нормальный автомобиль, такой, блядь, как-то все неудобно, как-то все неправильно. Что, в смысле, блядь, педали по центру, руль тут, слева еще, пиздец, это как вообще? типа неясно, неудобно, неприятно. Так и вот, короче, типа существовал Defender, старый, древний, квадратный, железный, перди, пердячий, вот это все. Было уже очевидно, что вот уже, ну как бы эта машина не проходит ни по евронормам, ни почему по такому не проходит, надо снимать, и появился новый актуальный Defender, который вот красивая машина, ее долго Land Rover разрабатывал туда-сюда, замечательный, абсолютно великолепный автомобиль, но вот это вот, типа, группа людей, которые вот они вот полумесяцом вот эти искривленные, они вот зарали, что ой, да как же так, да где же наши внедорожники туда-сюда, мы готовы покупать, мы хотим денег, мы хотим, мы, мы хотим, чтобы вы нормальную машину выпускали. То, что, правда, Defender квадратный продавался там по 2-3 по тысячи автомобилей в год на тот момент, это, типа, обычно молчат, все обычно воют, что, типа, вот, блядь, машина была пиздатая, мы готовы, готовы, готовы нести вам деньги, готовы, готовы, но фактически Как будто нет. бы здесь маркетинг Нивы пригодился бы. Ну, Нива-то хотя бы продается. Они, типа, соточку в год-то сейчас типа выдают. Не, по-моему, сейчас Нива продается 50 тысяч, раньше продавалось 20, сейчас после СВО 50 тысяч продают в год. Сейчас посмотрим. А ты про какую Ниву? Про классическую? Про квадратную, да. А я все остальное Ниуми не считаю. Вот эти вот, ну, типа, что шнива, что это. Нет, нихт Да, в 23-м году Нивы продали 92 тысячи. Но это все вместе, типа, это со всеми. Мне понравилась новость, что глава вот этой вот ультраправой партии Германии. Приехал на выборы на... Да. Приехал на Невасике. Да, да, да. Вы нас обвиняете в связях с Россией. Да идите нахуй, с чего вы взяли? Раздатку, блядь. Да, да, да. там же вообще контекст, что, типа, это еще, типа, восточная часть Германии, которая была ГДР, там, типа, все такое. Не об этом. О том, что вот ребята такие, ну, ладно, хорошо, смотрите. Мы Услышали вас э, и такие типа готовы выпускать обратно Defender, но мы создаем отдельное подразделение, тюнин тюнинговое, э, ну просто типа ребята, которые будут заниматься доработкой. Выкупаем где-то на рынке, либо у вас э, берем ваш, короче, квадратный обычный трехдверный Defender. Это и как установленный iPhone. Бампера v8, все пироги, все засунем. Либо вы можете прийти к нам, дать нам 200, примерно, примерно 200 тысяч фунтов. Зумеры изобрели реставрацию. Да. А, и мы вам найдем на рынке какой-нибудь бэушный Defender. Все там отреставрируем, все там сделаем по -моему. Диски поставим новые, красивые. v 8 затолкаем, похуй. Он, он типа на дизельном моторе, на каком угодно, без разницы. От ржавчины покрасим, все нормально. Кожу новую натянем, держите, пожалуйста. Всего лишь 10 тысяч фунтов. Что-то это не сильно похоже на неограниченный выпуск. В смысле, что мы этим теперь будем заниматься сколько угодно. Вот сколько у вас найдется, уважаемых людей, которые нам готовы дать 200 тысяч фунтов. Если что, это очень дорого. Это Гелендваген актуальный в Британии стоит 140 тысяч фунтов. Так, на всякий случай, да. Есть какая-то грань. Ну, то есть, если ты привезешь прям либо тоталенный, либо утопленный, нахуй, деф где-то в болоте, Погоди, либо тотальный, либо утопленный. А есть другие <свят> дефы. Ты понимаешь, что типа у тебя ну, живой, нормальный, классный деф, который в узел нигде не заворачивали который нигде не, не топили, он сам по себе стоит Понятный, 150 тысяч. Да. Да, да. Условно, да. с какой степени повреждения они его готовы восстанавливать. Ну, непонятно. Но идея это прикольная. А, типа, самый вот текущий дефендер, который актуальная машина, красивый, опять же, великолепный автомобиль. Стоит 58 тысяч фунтов. А самый пиздец на 5-литровом V8 компрессорном, типа трехдверный. Не, просто... не, подожди, там не 5-литровый V8. Если ты про версию Окта, там же какой-то BMW-шный мотор. В Окта не, не, не 5-литровый, они не стали его ставить? Не старый их. Я был уверен, что там типа 5-литровый. Короче, он стал очередным вот этим рестомодом, который дохуя стоит. Да, все правильно. Ой, извиняюсь, да, там 4,4 V8 bmw -шный. Завалил ебало. А я был уверен, что там 5-литровый. Ну, похуй. Типа, еще они производили же какое-то количество времени 5-литровый Defender. Просто обычный. Defender M50D, получается. Практически, да. Только бензиновый. И он тоже стоил там, типа, ну, 110 тысяч фунтов, 120 тысяч фунтов. То есть, типа, тебе нужно вместо актуального 5-литрового Defender трехдверного, современного, пиздатого, классного, замечательного, по сути, заплатить таких два, чтобы купить старый Defender с тем же мотором. Слушай, ну, наверное, это для всяких там коллекционеров да, да, для да. всякого такого да, да да то есть это как бы это понятное дело что это будет штучное производство это будут штучные тиражи это типа для 50 ебанутых людей но на неограниченное это вообще никак э, не тянет но новый деф он же не рамный да он несущий да это просто у тебя обычный как он вообще по охуительный он замечательный именно допустим на, на бездорожье Uh, есть много прям экспедиционных. Вроде неплохо едет-то. Да. Он, он отлично настроен, у него отличная проходимость. Это вообще ну, типа, это, это хорошая экспедиционная машина. Вообще, в целом, есть такой миф, что только рамные внедорожники едут хорошо по бездорожью. Конечно. Типа у BMW даже неплохая система так-то. Которую джип спиздил. Они в этом не признаются, но. Джип, mm. верните систему. Если вы смотрите эту систему, верните Погоди, новый деф без рамы. Да. Нихуя все. Ты что, снимал? Я что, думаешь, под днище заглядывал? А то, что я 10 минут об этом в камеру валил, ты... Как... А думаешь, он тебя слушал? Я стрел как на фоне камрюхи ездили. А, вот что ты без штанов стоял, я думаю. Не, он просто смотрел на фотки последнего прадика. Вот это да, блядь. Land 250. Не, согласен. Типа, актуальный прадик выглядит заебись. Я уже вживую видел. Они есть уже? Да. Меня пугает цена, конечно. Ну, а что ты хотел? Ну, вот я бы, наверное, взял его. Чисто семью катать вообще. А, В городе ценники? равный внедорожник, это супер вообще. цель То, что надо. Но, знаешь, бля, вот когда снегопады были этой зимой, я как бы такой уже и задумался. Думаю, ну ты такой рассуждаешь, бля, Москва, цивилизованный город, бля, тут снег чистит, все нормально. Хуй вообще. Вот у нас в семье, типа, вот у меня там передний приводный, задний приводный, вот у жены и Я только на ивоке мог ездить вообще. Это пиздец, вообще не припарковаться. у вас одна машина и Да. Посмеялся только Стас, это только на тебя было рассчитано. Я просто ждал, когда я могу это сказать. Ты как, норм? <laughs> ты заебешь, достань из мусорки, блядь, свой смузи, допей его. Деньги, блядь, за, за чего что должно быть проглочено. Ты думаешь, он как шел свой сделал? Потом, ты потом <laughs> через неделю подумаешь, ебай, вот бы смузи сейчас шпинатного. А вы сейчас уйдете, я достану его. <смех> <смех> Это уважаемо. Это правильно. Это я тот самый человек, который на шведском столе пытается съесть весь шведский стол. <смех> <смех> а еду не пробовал, извините. Блин, это жестко было вообще. Стол же не переварится потом. Не, ну если он переварится, то какой стул? Ну да. Твердый стол, жидкий стул. Чудеса трансформации. АвтоВАЗ готовит новый суббренд для дорогих автомобилей. Смешно. Авторитетные источники, а именно телеграм-каналы, у которых не называют свои источники. Карфакер, блин. Ну, типа, да, типа вот такая какая-то штука. Ну, тут какой-то типа телеграм-канал, вот распространяет слух, что типа АвтоВАЗ готовит новый бренд для премиальных дорогих автомобилей, и из премиума у них там будет кожа от поставщиков Ауруса. Кибаните здесь фотошопом хунцы с мордой от Весты. что это такое? И как бы опять дело, что это вообще не, не подтвержденная информация, что вот у нас как бы есть слух, что вот типа вот Аура, ну, которая удлиненная Веста, типа для чиновников, что вот ее, возможно, сделают там пожирнее, там типа сделают кожаный салон, может быть, там что-нибудь там, хуй знает что. А машина еще официально не представлена, ее потом В ближайшее время должны уже скоро показать. И типа, что вот АвтоВАЗ думает над тем, чтобы типа нам нужно сделать отдельный бренд Аура, где будут либо жирные машины АвтоВАЗа, супер жирные комплектации, типа просто Гранта Хэнд Эдишн. Зоммеры изобрели Генезис. Да. А, либо будут какие-нибудь отдельные машины, может быть, с бэдж инжинирингом может быть, еще что Непонятно, короче. Но на самом деле, это все смысла нет никого обсуждать, потому что это слухи от ноунеймов, от неназванных не, не источников. Типа, забейте хуй вообще. У них коллаба с Аурусом, типа? Да это просто, ну... Просто какой-то телеграм-канал, ссылаясь на неназванные источники, так как это секретные источники, раз разгоняет хуйню какую-то. Давай расскажем, что это за канал. Потому просто... что я такие каналы находил. Я находил в телеграме, просто если ввести слово «паспорт», какой-то чувак хотел свои документы просто в Телеграме хранить и сделал случайно Телеграм-канал. Я захожу, там типа паспорт такой-то, и там Телеграм-канал, где единственное, что выложено, это документы на ИП. Паспорт, блядь, какого-то чувака из какого-то, из Омска, что ли. Это пиздец. И там типа, знаешь, 50 подписчиков. Какого хуя на его паспорт подписаны, блядь. Все время, когда говорят, что Лада с кожаным салоном, мне представляется, знаешь, вот эти дермантиновые какие-то чехлы да это вот как из такси вот этот вот таксишный при Притом уют. чехол обязательно у тебя же как бы само сиденье со временем деформируется немного съезжает и чехол на нем тоже съезжает и у тебя вот Он вот боковая поддержка да. с одной стороны высокая с другой стороны уже такая вяленькая такая ты как на африканском барабане таком сидишь его надо натянуть как бы это ладно иду нахуй и часто ты сидишь на африканском барабане бывало главное на палочках не сидеть давай дальше В Узбекистане автомобили Шевроле дорабатывают деталями от Mercedes-Benz. О, это тема. Я не понимаю, с какого перепугу эту новость, потому что, ну, типа... Куча рилсов же есть, где матизы на салонах Мерседеса. Да, и типа Лачетти бывает. У Авео даже существует э, оптика под 222 С-класс. Если вы вдруг не знали. Я недавно буквально видел такое Авео. Просто чувак, ну, едет на старом квадратном Авео, и у него, блядь, 222 -й. Три полосы диодных вот такие. Там чувак тоже у него три полосы. Все, блядь, вообще, ну, типа, полоса к полосе, все идеально. И это нормальная тема в Узбекистане постоянно, да, вот. Типа, переделывают машину, ну, да. Ну, а что, а хуй отличишь? Если честно, вышло бы это лет 20 назад, она бы попала в журнал «Форсаж». У нее есть ламба-двери? У него там еще пиздатый салон, там еще руль. Tipo, Блин, какой тюнинг мы проебали? Вот эти все пестрые салоны двухцветные. Прошитые. Неоновая подсветка, днище. Ты видел? Да, я много чего Про салоны двухцветные. Вот открывай прямо сейчас, набирай там Porsche 911. Просто чтобы кайфануть. Мы когда-то в новостях по этому поводу ржали очень сильно. Поколение. Актуальный. И просто по цене бери самые дорогие. И ты увидишь там машину за 117 миллионов или что-то такое. А, и мы ржали, типа, что... Какой-нибудь Менсери ебучий. 112. Брабус 911, да, да. ёб твою мать. Брабус 900 ракета, рокет. Да, рокет Р. Да, мы на вот этой хуйне ржали в новостях, а вот она в России. И вот посмотри салон. Пиздец, какая красивая машина. Ну, я больше люблю Менсери. Менсери вообще это искусство испортить любой автомобиль. Это просто вау. Да, вот, вот, вот этот вот салон, это же, это такой, там у тебя внутри просто. Непонятно, вот, зачем это в Москву привезли. Эва, коврики нахуй на максималке. Ну вот, ну ты посмотри там внизу, вот это вот типа ромбическая вот эта кожа, бля. Они зачем-то торпеду обтянули кожей черной. Руль вот так уеба, Блядь, как это плохо? Но это стоит 112 миллионов рублей. Бля, ты так говоришь возбужденную, как будто прям хочешь. Так это же настолько отвратительно. Я думаю, что в Казахстане это бы продалось за два дня. Если зайти на OLX, на сайт типа Авито, казахский там посмотреть квартиры в аренду, то каждая вторая, как минимум, квартира будет вся в цветах Тифани. Я не понимаю, с чем это связано, но в Казахстане ебать, как любят цвет Тиффани. Ма, мастер-пис, да, на Брабусе. Брабус мастер-пис. Мастер-пис, да. Мастер-пис. Да, это просто ахуй с того, насколько это... То есть, вот смотри, бывает что-то, что плохо, бывает что-то, что настолько плохо, что аж хорошо, ну, это, по крайней мере, сфоткан на фоне Москва-Сити. И это еще хуже. И следующее объявление за 62 миллиона, 911-й Дакар, и как же он великолепен просто. Да. В два раза дешевле. Да. Ты видел 911-й Дакар? Классно. Это прям... Не, ну если Брабу Он даже прикольнее, чем, извини, этот... Вся Тойота. Хуракан с или что там? Ага, да. Вот Дакар вообще, он прям еще в ливре такой классической. Что, 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 там такое? Что у тебя? Да он Дакар показывает, что там, блядь. Что там, блядь? Винты, пружины другие поставили продают в три дорога. Ты вообще не понимаешь. <laughs> ну да, конечно. ЛФ хуйня, Дакар заебись. Да-да-да. <laughs> ну да. Все правильно. А есть же этот какой-то японец, который на Кай, который ездит по всему миру и Порше тюнингует. Или он курит в кресле и... Да, и... Да, очень, да, очень и лепит странная Да-да-да, и... и лепит обвесы, да. Вот, чувак понимает стиль в Куча жизни. пародий вообще на него смешных. Да, да, да. Я изуродую твой порш. Поэтому то, что делают в Узбекистане Шевроле, это еще не самое худшее. Бля, я бы Дакар на газу хотел. Я недавно читал про АМГ что они же до того, как слияние с Мерседесом э, произошло, они вообще разные тачки делали. Да, много Их чего. Была какая-то Honda на африканском рынке, типа AMG. У тебя в целом все вот эти вот а-ля придворные тюнинг-ателье, это все выращено просто, по сути, из гаражей. Просто чуваки в гаражах начинали что-то переделывать. Ну, он не Civic, он назывался. Да, вот AMG доработанная Honda. Да. Ебать. Это же ебать. МГ, бля. В Африке, блядь. Потом она еще заезжает э, в газу и там ставят пулемет, и, блядь, просто коллаба вообще всех возможно. Подвеску в спуне какую-нибудь. Чтобы с пулемета стрелять, вот как в этих в игровых автоматах есть вот эти барабанные палочки, барабан, вот такая штука еще должна. Африканский? Да, да, да. И в узелы вот эти. Ну и это нормально. Тип Типичный хондовод едет. Все в порядке. Индийский Ранглер получил новую платформу и пятидверный кузов. Речь идет про копию индийскую, которая существует у Махиндры, что у них существует машина Тар. Ну, типа просто как рангер, только так. Предыдущую новость я не могу держать это в себе. В Африке машины измеряются в зебриных силах, получается. Очень тупо, я знаю. Блять, это хороший вопрос. У нас тогда в медвежьих силах были бы. Звучит. Не, почему? У нас лошадей тоже было очень много. Выйду в поле с конем, ты че? Ну. У нас тогда проживальские силы. Вот ты уже лучше. типа, в целом, ты когда смотришь на автоваз, у тебя... У тебя там мотор, ты, мотор точно точно ты, ты изображаешь звук, да, когда спешится на... <laughs> Нет, это обычно едут они в гаражи, и после гаражи она... <laughs> так вот, Махиндра, вот они, мало того, что они просто берут и, ну, копируют полностью Ренглеры, такие хуй на них вообще, типа, без разницы, у нас будет свой Ренглер просто дешевый, типа, чего бы нет. А вот он трехдверный был машиной, теперь она пятидверная. Они там немножко поработали с платформой, и теперь вам, пожалуйста, вот еще, как вы можете заметить, не трехдверная машина, а пятидверная машина. Индийский автопром еще топ, кстати. Да. Но у меня в голове смешалось почему-то Индия и Брабус. Сейчас же к нам поставляют Джимники индийские. Так. А недавно выпускали под Renault r 5 по-моему, тюнинг-кит на Джимник и под Дельту Интеграли. И выглядит что? это ебать как забавно. Джимник на них же есть куча тюнинговых. Да, это я знаю, что у них куча. там типа Мини Гелик. И вот э, из джимника сделали дельта Integral вот и вот Renault R5. И это пиздец, как забавно выглядит. Он такой уебичный, коробочный. Надпись у нее классная на боку. Но вот это? Да. О, господи. Обожаю такое. Это как будто Митсуока. Не, ну... А... Митсуоко-то это стиль, да. Так да. а это что? Ну ладно, тогда я тоже... Но симпатяга. с реношной мордой, как минимум, он симпатяга. Сидия похожа на Автоваз. Это реношная морда. Ну вот на, на пятерку, на семерку, на какую-то похожую, вот этими фарами. Не, ну слушай, вот реношная выглядит более полноценно, нежели э, Дельта. Ну Дельта она такая, да, натянутая как будто. Ты сейчас такую не открыл, я не знал, что а, столько и... говна и... под Джимми. Нет, Джимми Гелик это вообще, это база джимник Гелик это вообще супер. Причем его продавали тоже за какие-то ебические деньги. Семь лямов, по-моему. Да, что-то какие-то, по-моему, даже десятку, что ли, какую-то. Можно было два настоящих гелика по низу рынка взять. Бля, деньги. так вот так хуй скажешь, что это джимник то блядь. Так сейчас же ровно такая же штука с этим, станком 300, что на него, типа, тоже выпускается обвес. А и так как он довольно похож по геометрии изначально, типа, на гелик, он с морда даже его прям, ну, Типа с 50 шагов можно даже перепутать. Я вот до сих есть пор не план. могу различать ли 9 или 7. Блять, а их кто-то различает. Они вот как будто вот сантиметр разницы между ними. Ну да. А ты ездил? Да. да. И как тебя? Ты знаешь, мне по ходовке понравился очень. Ну, то есть он прям приятный был в, в самых э, каких-то нежных настройках. Мне понравилось, как он ехал. Но это была трассовая езда. Мы снимали просто в лесопосадке с карликами сюжет. Но потом пацаны, с которыми я делаю автошоу, они его испытывали то ли зимой, то ли осенью. И он просто неожиданно какой-то снос начал. Типа В итоге они чуть не улетели вообще на ровном месте в отбойник. И что-то я как-то это... Но это как любой китаец. По мне, Лисян управляется отвратительно вообще. То есть, да, когда ты едешь просто в обычной вот этой вот, ну... Как городской ты понял? Ты ну, типа, типа... быстро, что ли, ехал? Ну, я не быстро, я просто пару раз в поворот попытался залезть, и такой, а, все, понял, больше я так делать не буду. Когда ты едешь просто в обычной гражданской эксплуатации, что вот у тебя там типа на 20 км в час тут аккуратно поворачиваешь, оно вроде бы все нормально, но как только ты пытаешься понять, как работает подвеска, как она умеет складываться, как умеет машина грузиться, как она что вообще умеет делать с колесами, насколько она пугается системой стабилизации, насколько она вообще понимает, что с ней происходит, она, во-первых, нихуя не понимает, во-вторых, там нихуя не настроена. А, и это просто, это, это жутко. Это намного хуже Тесла. Тесла тоже не подарок, а, но типа, ой, ой. Не знаю, Лисянь вообще разъеб. Это можно, и двигатель может отъебнуть, и батарея может отъебнуть, а внутри еще 15 телевизоров могут отъебнуть. А если у тебя отъебывают телевизор, то и машина уже никуда не поедет. А их же научились, да, сейчас расшивать после аварии? Их научились расшивать после аварии, но все равно, там очередь, там, типа, довольно сложно попасть. Большой геморрой, если ты въебываешь лися, он, у тебя проблема. Он, вот он, он сидит сейчас и фотографии листает. Я нашел, я нашел. При, причем он Ли 9 ввел, а потом ли 8 и смотрит, сука, одинаковые фотографии. Ли 9 легко отличить, там стойка задняя вертикальная. Ты понимаешь, что в нем 7 мест. А вот L8 и L7 капец, аль, похоже. Там еще и восьмой есть. Это автомобильный дизайнер. Он тебе сейчас раскатает. Вот, я нашел, короче. Восьмой это как между седьмым и девятым он идет. А, я в школе пропустил это. <laughs> Бля, вот это полезная вогнутая рубрика штампов. началась. У семерки внизу вогнутая выштамповка да. на дверях. Блядь, это как раньше. У семерки вот такие сзади фонари, а у пятерки вот такие. Чем отличается семерка от пятерки? Вот у тебя еще решетка радиатора вот такая. Вот тут видишь, что выгнутая выштамповка, Вот это вот. Теперь э, мы еще семерки. И а семерки. нет такого, что это светопреломление. Нет, это не светопреломление. Вот. А здесь вогнутая выштамповка. Рубрика «Босс образовывается». Да, выбирайте, вам вогнутые или выгнутые больше нравится. Смотри, запомнить проще. Типа, в семерке меньше места, потому что вогнуто. В восьмерке больше места, потому что выпукло. Они выгнули и впендюрили туда третий ряд сидений. Супер вообще тачка, очень красивая. Ну, то, что она выглядит необычно, тут я соглашусь. Да я шучу, да не это уебище. Не, Она выглядит реально необычно, это что-то новое, да, это прикольно. То, что они взяли и попытались жопу 911 повесить наперед, это прикольно. Но самое красивое, это вот то, что вот эту хуйню вы тестировали. Менкши... А нет, это МХИРа. хера. Как... BYD Yangguang Q8. Я когда... Я, мы мы же тогда ездили здорово. Это на один из самых худших автомобилей, на которых ездили. Мы, мы приехали двери. на MX5, и вот это дерьмо стояло там. Да. Я его увидел вживую, а это еще хуже вживую, блядь. Да. Это, это, как открытый перелом, я не знаю. Когда первая машина у меня была двенашка, я сбил мотоциклиста, и он ехал с девочкой. Дора, она, в, она, вста, она встала с асфальта, когда произошла авария, и у нее мясо из плеча торчало, короче. Там была какая-то... Что-то она сломала, короче. Что-то она сломала. И, и это выглядело лучше, блядь, чем BYD. Это просто пиздец. Я не знаю, ну, кем надо быть, чтобы ты смотришь на эту машину и такой серию. Но это же проблема людей. Вот, по сути, прикинь, вот у тебя сейчас дохуя бабок. Да. Ты такой, я хочу что-то, чтобы соответствовало моему статусу. У нас же есть вот это вот российское, что, блядь, я не могу, на говне приезжать, блядь, меня люди не поймут. Не так посмотрят. И вот приходится вот этот залуп покупать. Так просто за 25 миллионов рублей можно много чего купить. Ну, гелик не купишь. Но ты, наверное, такой, блин, вот сейчас BMW возьму, и, наверное, CarPlay там будет. БУшный гелик, как нехуй. Так зачем тебе БУшный, если... Надо показывать статус. А кто знает, у тебя бы ушный или новый? Так ты типа внимание привлекаешь. Да. так ты просто внимание привлекаешь, внимание, Так появился слепень. Он увидел, блядь, BYD. Я не знаю, слепни слепые. Нет. Они ж тебя находят как-то. Бля, слепни это те хуйцы на китайском Ксении, да. Но это просто ужас. Бля, закрой ноутбук, пожалуйста. Не, не показывай нам эту хуйню. Оно еще называется Ю-8, оно как будто оскорбляет. Ю, блядь, схуяли? ли это я? Где нахуй вообще? Смотришь на это дерьмо, и потом можно прийти к выводу, что Ли-9 не такая уж плохая машина. И там такая стратегия, да, в целом. Вот смотри, вот вакуум, допустим, взять. Вот у тебя есть выбор только из китайских внедорожников. И там отпадает манжара что бы вот ты себе взял? Китайский внедорожник от 8 миллионов. Вот тебе вот только Конечно. из этого выбора. Volvo XC90. Volvo это вообще не китайская, это шведская марка, вы чё, блин. Ну, без чит-кодов. Вот чисто китайцы. И надо Я бы не купил просто. Я бы лучше купил бы... Нет, ты уже в прошлый раз сказал, что взял бы праворульный марк серьезно? Да, он такое говорил. Это он по-любому говорил. Это вы меня просто в какой-то тоже вот такую тупую ситуацию ставили? Между Ховалом и Марком. А, ну да. Тут... Вот смотри, обычная ситуация. Террористы берут тебя в заложники и говорят, либо мы убьем всю твою семью, всех родственников и весь офис всех друзей, либо ты берешь от 8 миллионов китайские внедорожник. Это нам так представительство Хавала пишет. Знаешь, я на Джимхане на самом деле сел и прокатился в весте. И такой, так это ебать, нормальная тачка. Но оно все как бы в сравнении, понятное дело, познается. И я, блядь, не просто так хожу 10 лет и говорю, что веста, заебись машина. Но просто вот э, чувак, э, с которым мы делаем шоу, Саня, и он постоянно приезжает на всяких новых, каких-то укубках, тестовых. Я водил СВМ, просто я ее назвал «Свинья в мешке». Это реально... Купили итальянский бренд, который мопеды какой-то выпускали, и там посадка — это пиздец. То есть там, по-моему, даже не регулируется рулевая колонка. Ты сидишь, блядь, как это... Вот так вот, блядь. Как будто в бане, блядь, Михеев и Павлов пиво с шашлыком тестируют. Просто на лавочке реально. Не, ну я своим это пиздец. Я тоже, я видел эту машину. Я в слава богу, не сидел. И ты реально приходишь к выводу, который, ну, лет пять назад ты бы никогда... Но зато его пропускают в темноте, потому что думаешь, что это BMW. У него пиздец, как фары на X7 похоже. И ты начинаешь выводы такие, знаешь, для себя принимать такой, так, как там, Сузуки, Гран-твитар. Болена, по-моему, была. Звуки балена было, так дело, да. Так-то заебись, тачка. Веста <свят> имеет место быть. <свят> Охуенная. Я правильно понимаю, что там громкость музыки всегда на максимум играет, да? Ну, рулевая колонка не, не, не регулируется никак. <свят> Там не такая колонка, как ты думал. Там колонка где-то вот так вот нажимаешь на рычаг, тебе вода, вода идет. Там же рычаг на колонке, ты так делаешь бать. и вода льется водичкой из руля. А RGB подсветки нету, да, вот как на вот этих вот на модных сейчас ходят. Ну, не клавиатура для. Я думал, это та колонка, что крышу поддерживает. Это колонна. Да, конечно. Это маленькая крыша. это у Хоббита в колонке были после таких разгонов не зашкварный смузи из мусорки достать. Ты все оправдание ищешь, чтобы это сделать? Все уже давно сказали, пей. Нет, но если вы пошутили, что колонка из газеты, тогда я бы достал. А газеты вообще сейчас существуют? Да. Я просто давно в почтовый ящик не заглядывал. Я даже недавно... Я дошел до этой стадии жизни, когда ты летишь в самолете, зачем-то подходят стюардессы и такие, типа, ведомости, ты такой, давай. Это до сих пор предлагают? Я давно не видел. Не-не, предлагают, предлагают. Они там есть, ну, типа, висят. В Аэрофлоте есть газеты. В бизнесе был? В тот момент, да. Аэрофлот, кстати, всем дает газеты, независимо от класса. Независимо от класса, мне нравится. Там просто туалетки нету. Это победа. Нет, там рукой, там рукой. Победа, да, там просто Типа для выброса трусов там такое это. <свят> ты только ими можешь вытереться, блядь. Да, Мне достаточно было один раз слетать победой, чтобы я понял, что это тотальное поражение, блядь. <свят> ты чувствуешь себя как это в Индии, знаешь, ты случайно родился не в той касте. <свят> случайно, блядь. А интересно, а вот в Индии вот делают внедорожники, а там есть кастовое расслоение, условно, ты, ты не можешь покупать махиндру, блядь вот не из той касты. Ну, там это, скорее всего, решается еще до того, как ты типа... Можешь ебануть документалку на 5 часов про На 5 слишком коротко, наверное. Я думаю, что если брать истории каст, ну, там типа на 25. Там еще Влади, Змей, Шим, вот это Да, да, потом я напишу, а мне нельзя будет опубликовать, потому что не та каста. Каста просто придет и скажет мне нахуй. Вокруг шум. А ты видел то, что Влади сейчас делает? Нет. Он пришел к занятной мысли о том, что вот есть снэпбэки, так. кепки. Да, да я понимаю. Но ему еще нравятся шляпы. Я он сделал, по-моему, это называется бримбэк. Он сделал кепку-шляпу. Кепка, кепка без козырька? Нет, это кепка, у которой козырек вокруг кепки. Всей. Это, это кепка-шляпа. Панама. Нет, нет, покажи, блядь. кепка такой, блядь, что я? Что происходит? Вам понравится. Вы всем офисом будете в Мы на автомобильных новостях ищем кепка-шляпу, погнали. Кепка шляпа Влади, Давайте. <клес> Вов, ты можешь это не искать. <клес> Никто не заставляет. Да, вот она нахуй. Кепка-шляпа. <клес> это вот если ты ездишь <клес> на BYD, ты добился успеха. И ездишь на BVID. <клес> да, и у бей. тебя должна быть кепка шляпа. Ну, это интересно, конечно. У тебя машина шляпа, кепка шляпа. Все, шляпа. Это же просто шляпа. Какой-то пацанский котелок. Это, это как раз именно смысл в том, что там вот эта хуйня, которая на голову надевается, это кепка. Но именно козырек, он как... От... Короче, в пизду. Поля шляпы, они типа кепка. Они типа из материала, из которого сделан козырек-кепка. Вы сами просили позвать еще раз. Это автоновости. И сами на это нарвались. А к нам БРБ пришел? Нет. Это... Просто Игорь. Игорек. Я третий человек в стране, просто который знает про Lexus LFA зачем-то. И кепки шляпы от Влади. Единственный человек в стране, который хотел тебя засосать. Блядь. Аксар, ты достал лучшего. На самом деле, дохуя вообще людей тебя хочет засосать. Весь Toyota клуб, просто все. Ты, по сути, ты не понимаешь вообще свою ценность в коллективе. Ты человек, который, знаешь, вот единственный, который борется против всех. Вот этот последний герой. Ты Нельсон Мандела, блядь, Ты против дырявого апартеида Вага здесь выступаешь. И рано или поздно мы добьемся. Он сядет в Аурус, блядь, в этот, в Аурис, блядь, универсал, и скажет: ну да, блядь, Полик так-то сосет. Вот вариаторный, 1.8 Аурис, мы добьемся своего. Тень, тень, какая разница, какие Давай, пенисы сосать? Давайте, погоди, ладно. На, наши вкуснее, наши надежные. Решайся. Не попробуешь, не узнаешь. Давайте, смотрите. Вот... У тебя уже часы, вон, есть хороший там современный экран. Нахуя тебе еще один современный экран? Действительно. Тойота заебись, да? В смысле, типа, делать хорошие машины. Не, погоди, погоди, погоди. То есть, типа, вот прям любую Toyota берешь, и любая Toyota заебись. И вы готовы на любой Toyota ездить. А любой Volkswagen заебись? Практически, да. Я вот и аутизмом занимаюсь сейчас. Занимайся вот и аутизмом. Что по поводу А2? хорошо, давайте вот, ну типа, с моей точки зрения, одно из худших, что делал Volkswagen, это Audi A2, например. Это которая А-класса, вот это вот залупа. Ну это вот, да, это какой-то, знаешь, вот, типа, знаешь, как бутылки трехлитровые. Я выдувают, не знал, что у вот них разные манчонки. модели просто. Они же все одинаково выглядят. Как вам Toyota Will? Я не знаю такой. Ух ты! А какой? Toyota Will она же это же дизайн-проект, по сути. Это была система в Японии. Но был некий. как этот? Короче, блядь, как год семьи только вот WILL это была программа в Японии под которую делали, между прочим, и Panasonic что-то, по-моему. Mm -hmm. И, ну, это ну был просто проект. Я видел, видел вживую, что оно ездит, оно существует, это серийная машина, это не прототип. Есть, да. Они есть. есть. И, и также у Nissan были вот эти вот Figaro, S-Cargo. То и, есть и... вот эти люди мне говорят что-то про Нет, ты сзади покажи. Да достаточно сбоку. Не-не-не-не-не-не. Там именно, ну, кайф именно сзади. Батя, ты готовился прям, да? Ты ждал просто вспомнил недавно про эту хуйню. Ну, просто что-то вот, ну, где-то вспомнил. Оно же <плодисмент> реально существует. Для меня это пиздатое поле для шуток. Для меня ваговоды просто сумасшедшие сами по себе. Что ты читаешь отзывы. Вот я говорю, я выбирал машину, и каким-то хуем, типа, знаешь, Lexus ä, LS просто большой седан. Ну, бэушные покупают там армяне себе водить, ну, типа. И там, да вообще пуху, ебать, вот у меня суперб, нахуй, на стейдже, блядь, я его порву. Думаешь, да какого-то хуя ты вообще сюда зашел и написал? Типа, это же разные миры. Ну, просто владельцы Audi A8 не знают, что такое интернет, в принципе, поэтому они и не заходят. Короче, я не считаю, что все Тойо. Давай-ка, погоди, у тебя. Но вилл охуенный. Я люблю такое У тебя по нелюбимую, по левую руку от тебя сидит Собственно, человек, который тебе про суперб что-то может рассказать Да, блядь Да, иди в пизду, блядь Не-не-не, давай, что Он в каршеринге, заебись, и все А, блядь, вот как ты выкрутился Не-не-не, стоп Я думал, ты скажешь, типа, он должен был называться говнерб. Как тебе суперб, как машина? На 30 минут заебись Как женщина на трассе вы же слышали этот разгон. Вы же понимаете, насколько он пиздобол, блин. Вы же слышали, как он какое-то количество выпусков назад такой супер-похуенная машина я бы себе бы купил, особенно если это двухлитровый, еще то стейджаны катить. Этот Не, недавно я видел этот, вот Мэтт Уотсон выкладывал последнего да. Суперба фишки, да. где у них там зонтик. Это было у всех так глядя. было всегда льда, там. Да, всегда. Это любая шкода. Зонтик есть это в этом Это Прикольно, Шкоде. У, меня, у меня к ним нет претензий там, типа, по потребительским качествам. Да. Они просто все ебать какие скучные. И я вот смотрю на машину. Думаю, ну, пиздец, это купить, это ж... То ли дело ты смотришь на ЛС и такой, ебать, вот это веселье. Или ты смотришь на Короллу, или ты смотришь Возможно, на... Возможно, да, но... На любую другую тарию. Я Я выбирал, условно, у меня был выбор очень странный. Типа... У Сейчас меня... люди Во -первых... они сцепились, блядь. Во-первых, -во люк, типа. У меня Что вот, люк? Вот у меня всегда тянуло смотреть на небо за рулем. После, после, <laughs> после своей королы? Потому что ты не хотел, ты такой, блядь, вот тут сюда смотри, ой, ебаный рот Мне бы доехать Мне <laughs> нравится это ощущение воздуха над головой <laughs> Поэтому, собственно, я и, возможно MX-5 взял, а не какой-нибудь купе там спортивный. Ну вот, взял нормальную машину MX-5 заебись. Вот после у меня была корола 1.4 mm. на палке так. И Я бы и ездил, и ездил на ней, блядь, до скончания времен. Да. Просто мне типы мои, друзья заебали. Ну там у тебя появились деньги. Говорят, да типа, вообще не прикольно я говорю, мне вообще похуй. <laughs> типа, мне даже прикольнее от того, что я приезжаю на какой-то старой тачке, там, на какие-нибудь переговоры, знаешь, там, блядь, с брендом. Приехал в МТС, блядь, давайте ваши ебалы будут на баннерах, а ты на королю, блядь, на палке. Кое-как доехал. Короче, не суть. Вот я такой думаю, так, ну что можно взять? Вот у меня был выбор. Камри мне не нравилось, потому что, ну, салон отвратительный внутри. Мне хотелось нечто большего. <laughs> Только салон. <laughs> да. Mm. Все остальное мастер -пись. Как Брабус, только Камрус. Бля, Камри это базовая тачка, типа, условно. Так Супер это тоже базовая тачка. Вот, смотри. И Volkswagen У меня тоже Я тебе просто пример привожу. У меня был выбор. Условно, ЕС, Audi A5, пятидверка. Да. Туарек, который предыдущий на трехлитровом дизеле. Так, второй который? Да. Ага. Интересно, у тебя был выбор так. И аккорд. Я выбрал Lexus, потому что... Ну ладно, я еще купятый рассматривал. Но Q5 там не было даже ебаного USB-порта. То есть ты выбрал ES? Да, я выбрал ES. Ту же самую камеру, только в полтора я раза. Я в него уже. сел, я, я на нем проехался, я вот почувствовал, что у меня пиздец сразу проблемы с простатой. Как будто мне сразу плюс 30 лет. Я не понимаю, вот у меня просто внутренняя ощущение. То есть если ты едешь просто ну, со стояком всегда? Не со стояком, но это тачка задачи решает. Типа мне нужно было комфортней, мне нужно, чтобы оно было супер надежным. Мне просто должно было быть приятно в салоне. Ну, да. это Passat. Ну, блядь, Passat, ты видел салон Passat? Да. Сравни салон ЕС и Passat в если, как будто просто бы... возьми не базовый, а возьми, который ну типа с 1.8 2 литра там какой-нибудь, ну не 1.4 на палке, обоссанный а какой-нибудь, а просто ну нормальный посад Знаешь, как там, там арки шумят? Там? Не, ну mm. арки, если, честно говоря, тоже арки не, не ебать. Но там и крыша как по шиферу тебе в дождь. Шумоизоляция у посада точно лучше, чем у ЕС, вот стопудово. Ну хуй знает. ЕС, вот если арки зашумить. Давайте, если я сейчас открываю тесты со шумомером и посад оказывается тише ЕС, вы сосетесь? Давай. <смех> <смех> вот я, честно, я ездил в Е-классе в предыдущем, и он шумнее, и там меньше места, чем в ЕСе. Есть двойные стекла, и он нормально все по шумке. Но арки ты там... Говори, говори. Арки там реально хуевые. Сюжетные. Сар, лучше беги, на всякий случай. Готовь смузи рот мыть, блядь. Не, мне самому интересно просто. Хлоргексидин потребуется. Мы как в разгоне скажем. Ну, не, не, это не устраивает. Давай следующее наказание, Так, есть замер Суперба и Камри? Ну, ебать, ты сравнил Камри и Лексус. Это вообще разные тачки. Ой, блядь, извини. Суперба и Камри. Так, а сейчас я попробую найти ЕС. Короче, у Суперба 63,1 дБ, у Камри 64,9. Сейчас мы найдем ES. Yeah. На скорости 80 км. Тебе часа. просто хотел привести к логическому выводу, что салон ЕС он выглядит как просто дизайнерский шедевр по сравнению со всем, что я смотрел от Вага. И я просто в был от любого Вага, к которому я прикасался. Внешне, мне кажется, что Ауди вообще в целом никак не развивается практически. Внешне? Угу. Соглашусь. Ну, какой-то, знаешь, слишком вялый биф. Вообще супер дерьмовый. Да, все правильно. Именно такой тут он должен быть. Притом я допускаю, что я когда-то могу себе купить ВАК. Возможно, это будет какой-нибудь Тигуан. Но потом меня отпускает. Я такой, все в порядке. Я даже могу, кстати, согласиться с тем, что RAV4 хуйня. Есть на 120 километрах в час, блядь. Блядь, просто какой то мутило. Ты, ты полез... да, мне интересно. Ты полез, блядь, искать, есть ли такие же мутилы, как ты, чтобы Их много. измеряли децибелы, блядь, в машине. Да, да, да. Все правильно. Да в ЕС, блядь, слышно, как ты дышишь. Там ты ничего не можешь измерить, там вакуум. Нельзя измерить вакуум, блядь, там ноль. Это лучшая тачка по совокупности цена-качество, по потребительским качествам. Нет. Ну, это за ценник, за который ты ее покупал. Ну, да. Mm -hmm. Ну, я покупал, кстати, по верху рынка. Я купил за полтора, когда они стоили миллион сто, миллион двести. Возможно, если бы я поездил на Суперби, я бы такой, ебать, как круто. Ну, боженька уберег. Охуеть, там зонт. <laughs> Знаешь, почему в ЕС нет зонта? Потому что он трясется на скорости. Пиздец, он реально гуглит, бля. <laughs> просто ужас. Ты просто ты набираешь... Э, Lexus, типа, уровень шума на 80 км в час, все обсуждают, что, типа, что-то где-то скрипит, что-то где-то свистит, что-то где-то пердит. У ты ЕСа? Понимаешь? Да. Охуеть. Я взял тачку, у него был пробег 30, у меня сейчас 105, и у меня ни одного скрипа не было. Ну, то есть, мы знаешь, с кем? Мы спорили. Я по-моему, тебе уже говорил: мы спорили с Васей Мельниковым, да. который был пиар-директором BMW. Угу. И я говорю: а почему вы рассматриваете Lexus как конкурента? Ну, то есть, это же. Мне кажется, что люди, которые на немецкой тройке там условно, ну, у них выборы из немецкой тройки они в сторону Lexus даже не посмотрят. Но вот они считают, что это тоже премиум. Мне кажется, что просто разное понимание премиума, условно. Есть у тебя какие-то инженерные достижения, когда у тебя там движок, бля, не знаю, поперечно стоит, когда у тебя куча каких-то, грубо говоря, самой современной инженерии. А есть Lexus, который, да, кондовый, да, древний, но качество сборки такое, что, ну, это как пиздатый японский, знаешь, магнитофон. Есть целая прослойка людей, которые покупают хай-фай-музыку типа 70-х, и она звучит не хуже, чем современная. Короче... Вот для меня Lexus это качество сборки, типа, в этом премиум. Но звучит как оправдание пиздец. Ну, и какое там качество сборки, братан? Давай уже, блядь, просто скажи: я хочу сосаться с этим челом. Тут есть замеры разные, но они, типа, все равно у тебя это разное оборудование, разные условия и так далее. Это все равно не репрезентативно. Lexus пошумнее, но типа это надо брать один и тот же прибор, одну и ту же дорогу, и две одни и те же машины в одинаковых условиях мерить. Но я уверен, что типа... Но супер лучше в любом случае. Я уверен, что он будет Я бы удивился бы, если бы ты обратно сказал. Не, если бы это было так, я бы сказал без проблем. Вы бы пососались на радостях. Получается, это суперп. он же называется Суперб. Да. Лекс уже не называется Супер ЕС. Шкода лучше. Не, у них же эти буквы, они как-то расшифровывается Типа там, люксовый седан, еще какой-то седан. Экзекьютив седан. Да. Я второй раз прихожу и оправдываюсь за свою машину, блядь. У меня там детское кресло. Я, блядь, езжу 60 км в час. Все. Вот был бы супер бы. 300 летал бы. Мигалку поставил бы, крякалку. Показывай новый Aston Martin Vanquish с мотором B12. Еее. Охуенно. Все покупаем. Гибрид? Да. Мягкий или жесткий? Чай секунду. Я так и понимаю, что сейчас нету вообще ни одной спортивной машины без гибрида, да? Естественно. В том числе 911 И вот все гадают, MX-5 новую выпустят. Не, кстати, в, извините, я то пизданул в этом. А смарт не гибридный. Битурба, В12 не гибридный. Битурбо. Это, это, смело, на самом деле. Да, 5,2, 835 лошадей, 1000 ньютон, метров. Типа они по стопам Феррари идут. Ну, что-то типа, да. Вот под последняя машина, по сути, драйверская. И он выглядит сочненько. А... И то Феррари же даже... Нет, дольше цилиндры. Сейчас сняли уже с производства, которая была чисто на ДВС. Не, почему дольше, дольше цилиндры, она, по-моему, просто мотор. По-моему, гибрид там нет. Нет, нет, там нет. Нет, там просто, просто мотор. Просто V12. Но в случае с Феррари, там, типа, это еще ладно, это как бы неудивительно. А то, что Астон Мартин до сих пор держит, это, это вау. У них, скорее всего, просто нет ничего другого. Они бы рады бы поставить гибрид, у них просто нету. И денег нету на то, чтобы его, типа, сделать. Ну, вот вам, пожалуйста, новый Vanquish. Выглядит как что-то, что еще может Выглядит как не Z, если честно. Не-не, слушай, покажи сзади. Сзади прям, ну, Прям классно. Жопа прям секси. Выглядит как Hyundai Elantra. Да нет. С доктейлом как раз. Астон Мартин, та машина, внутри которой лучше не оказываться, потому что вот у тебя существует вот этот образ, что типа ну Джеймс Бонд, там Астон Мартин. Подводную лодку еще из машины делать? Какая нахуй батарея там? Он же загорится, как Тесла, блядь. И существует вот какой-то образ этой тачки, что типа это великолепный автомобиль. И вот Пусть он лучше у вас и остается такой в голове, потому что, когда ты оказываешься внутри Aston Martin и начинаешь в нем ехать, это, блядь... Подожди, у тебя опыт был за DB7, так? А, я еще недавно на Vantage покатался. Какого года? Ну вот актуальный Вентош, который V8. И Вентош это как бы, ну, это, это это довольно странная машина. Вентош это же, грубо говоря, базовый. Да-да, это базовый, базовая Aston Martin, да. Так-то можно и как что там у них Валькири или, бля, Валькири трековая тачка это вообще, это, это прям. Это то, что там еще Red Bull недавно показывал тоже свою какую-то там типа трековую машину. Типа, да. Справедливости ради, на V12 я не ездил, не знаю. На актуальном тем более. Но все равно, типа, это... Самый смешной Астон э, Мартин был, который на базе Toyota был сделан. IQ. Да. Для того, чтобы там выбросы, не выбросы, там вот это все. Это да. просто... Там был реально салон. Вот как если Лада сделает свой премиум тачку. То есть там премиум салон, а там движок типа 0.7, что ли. Да. Это Toyota, которую стоит купить, я считаю. <связать> это вот, это вот нормальная тачка. Хотя бы стоит как машина. Я а, заеду с кайф. тобой на Астон Мартине. <связать> обувь, обувь большую не надевай. <связать> <связать> так, подожди, а Лагонда? Лагонда, это который был двухрядный. Нет, который... нет, это который... Не, это, по по-моему, американская машина, которая просто -а. бэтч инжиниринг сделали. Нет, да? нет, это именно дизайн Астана. Они пытались недавно ее Это очень восстановить... маленькая ебало на большом лице. Да, да, да. да, Но у них ебало маленькая. Да, да, да. Эту машину пытались там, типа, рекорд скорости установить, что 300 км в час пробить на суперкаре Бульдог. А. Другая. Ну, она в той же стиле. Ну, очень похожа, по крайней мере, по внешности. Я обожаю все уебищные тачки. И Lexus ES. Я ждал. <laughs> а на этом, в этом выпуске у меня все. Настолько все, что даже режиссер внезапно съебался. <laughs> Просто по ходу пьесы. Вы сами просили позвать большого русского босса? Ну, Такую это, вам, это отвратительно. Да, это, это ровно наш канал, все нормально. Так это B.O.I.D. приехал сюда. Все, все. У нас были еще новости про B.O.I.D., но у нас времени не хватило их Давай коротко. BYD. Пойдет? Да. <laughs> Я коротко не умею. Да лучше пускай такие новости про будут. Ужас. Ребят, смотрите разгон. Из <laughs> жалости. <laughs> ну вот твое шоу выйдет, посмотрим. Из жалости, кстати. Во, вот это хорошее. Да, твое шоу выйдет, посмотрим. У кого там будет больше просмотров? У вас. Нихуя себе. Чел с 2017-го, которого все забыли. Или четыре очень популярных лица. И Дима Шпеньков. Ну да. <laughs> Ты, кстати, видел Астон Мартин КВН? Астон Мартин КВН? Да, загуглю. Я просто, я хочу, чтобы ты всякую хуйню гуглил. Бля, он начнет. Просто ужас. Не знаю, мне от этого бренда больше семечки нравятся, а А, Мартин, да, хороший, Я просто такой бабушкинский ем, и эти слишком дорогие для меня. Это надо Стасу просто спросить. Я всю жизнь семечки ел, вот у бабушек покупал на улице, и вот ел вот их со стаканчиком. У тебя стаканчик 2 рубля, 3 рубля, 5 рублей. Ты такие да. цены давно видел? <laughs> <laughs> и, ара и арахис, который надо пальчиками шелуху снимать. За 5000 тысяч семечек. Короче, сейчас идешь в магаз, покупаешь семечки всякие с солью, турецкие, тыквенные, <laughs> обычные. И идешь к Михееву с Павловым, вы садитесь в баню. И наконец-то друг друга понимаете. да. <laughs> когда летишь куда-нибудь, ну, типа, вот там в Индонезию, либо еще где-то, где вот есть русских иммигрантов, херова гора, ну, типа, экспатов местных, которые вот когда-то уехали и теперь там живут, вот ты всегда с собой, что вручную кладь, что в багаж, типа, берешь три продукта, за которые всегда драка. Вот просто драка. Ты прилетаешь... Семечки? Бородинский семечки. хлеб? Нет. Подожди, гречка? Да. И сыровяленая колбаса. Ну, или вяленая колбаса. Да любой какой-нибудь сальчичон итальянский, что он... Не. Nee. Московский сервелат, блядь. Ну вот, то типа вот, 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 вот колбасу. Вот любые твердые палки просто приходишь, покупаешь, и вот за них потом, <рис> блядь, <laughs> за них дерутся. А был бы ты в Тойота-клубе, <laughs> у тебя был бы, пиздец, шведский стол из больших твердых палок каждый день. <laughs> На этом мы закончим. <смех> <смех> Пока.